Мне понадобится одна луковица. Лук нарезаю четверть кольцами. В форму для запекания наливаю пару столовых ложек растительного масла. Высыпаю сюда лук. Одну морковку порежу тонкими кольцами. Морковка отправляется сверху на лук равномерно. Шесть картошек весом 0,5 килограмма я тоже нарезаю тонкими кольцами. Выкладываю в форме равномерным слоем. Теперь я овощи посолю и поперчу черным молотым перцем. Два куриных филе нарезаю небольшими кубиками. Курочку прямо на доске посолю. Посыплю черным молотым перцем, перемешаю для равномерности. Выкладываю куриную грудку сверху на картошку. Дальше я возьму 2 яйца. Разболтаю. К яйцам добавлю 200 миллилитров сливок. Жирность не имеет значения, у меня 10%. Но лучше, чтобы сливки были не из холодильника, достать их заранее, тогда блюдо быстрее приготовится. Яйца и сливки немного посолю щепоткой соли. Добавлю чайную ложку сухой травы орегано. И все перемешаю. Выливаю эту заливку на курочку с картошкой. Накрываю блюдо фольгой, чтобы оно быстрее и равномернее приготовилось. И отправляю выпекаться в духовку при 200 градусах. Если у вас в духовке есть режим обдува, лучше его использовать, так приготовится быстрее. Тем временем я порежу пару помидоров кружочками. И потру кусочек 100 граммов твердого сыра. Эти продукты не обязательны, но на мой взгляд они делают блюдо вкуснее, сочнее и вкус ярче. Через полчаса вынимаю ароматнейшую вкуснятину из духовки. Посыпаю тертым сыром. Выкладываю сверху помидоры. На помидоры немножко насыплю травы орегано, которую я уже добавляла в заливку. И слегка сбрызну растительным маслом. Снова отправляю блюдо в духовку, чтобы верхушечка красиво запеклась. Еще 15-20 минут и все вот так вот красиво готово. Если этот простой рецепт вам тоже понравился, готовьте на здоровье такую вкусную и нежную курицу с картошкой. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Напишите свое мнение в комментариях или хотя бы оставьте смайлик в комментарии. Я желаю вам здоровья и бодрости духа. Увидимся, как всегда, в следующем видео. Рецепт будет простой и вкусный.